Все, я ему так оставлю, вот так пойдет? Да, пойдет там он. Че, надо долбить его? 370, может еще ему кровью вколоть? Ну давай. Ну подолбить-то надо его. Погибает, погибает, Дима! Я не могу вставить. Вставь, Дима, 300! Стоя на связи в ломбарде. Я сегодня в телеграме вам написал. У меня не получилось вам выпустить сегодня Гаррис Мод. Очень сильно хотел, но файл был поврежден каким-то образом, не знаю каким. Но в закормах нашел прекрасный видос, кооперативчик с Дмитрием. Вот сейчас просто посмеетесь до отвала. Мы хирурги от бога, если что. Завтра у меня день рождения, и всех приглашаю в 4 часа по МСК на стрим. В честь дня рождения будет этот happy birthday to you, вот это все. Заходи, буду рад видеть тебя на стримчике. Поставь, пожалуйста, лайкос. В честь дня рождения своего экозаврик, вот этот вот. Поставь, пожалуйста. Подпишись на этот канал, ведь я выпускаю для вас классные видосы и очень стараюсь. Ваша поддержка как никогда нужна мне. Пиши любой комментарий с наступающим днем рождения, допустим. И let's go, смотрите видосик. Я вас не отвлекаю, погнали. Поставим лучшего боба. За 5 минут. Я строитель? Так, что у него? Руки. Руки поменять ему надо. А вон руки. Да, боб, где? А вон руки? Направо, нога левая. Так ноль. Все пустое, но... Так, а надо руки. Вот сюда надо, походу, залезть, слышишь? Нет? Ну там стрелочка. А стрелочка для чего? Для чупик-чупик-пупков? Ну-ка, а если... А вот так, отойди. Отойди. Что ты нашел? Так. А ты ему глаза поменять можно, понял? Я за тут лесенку сделал. О! Ты разобрался? Нет. Может, ногу взять? Нога, ногу зачем? Не знаю, хочу поносить с собой. Я как будто осетра поймал. О, а если в толчке ногу положить немножко? Я в туалет ногу положу. О, мокренько. А он кровь теряет, да? Нет. Да. Реально? Да. Уже 800. Так и было 800. А. А-а-а! Че? Точно! Смотри! Сейчас! Есть! Ай, my logic! О, тут пилы. Ю! Ну это пилить руки надо будет сейчас. А, надо старые сюда принести, а потом уже... принести, да, блин. Берем пилы и погнали. Подожди! А ты если ты он погибнет? Не, нормально, сейчас мы ему шприц вколем. А как ты бьешь? Тихо, шприц вколем. Он погиб! Ну кровь! Потерял слишком много крови, я тебе говорю. Сейчас мы все знаем. Мы все знаем. Потому что что? Потому что мы пилоты. Небо наш. Все, все, мы медики. Все, вообще на Фоксе давай. Туда ее. Туда. Хорош! Давай тогда одну бери пилу, а я буду ждать самоколить. Хорошо. Тут мы же вдвоем уже, эти, команда. Да, кипелись! У меня шприц закончился. Жду. А тебя что ждать? А че он пилит так долго? Ну, без разницы, куда колоть, да? Не знаю, в попу можешь. Че у него там по крови? Не знаю, вкусно. Он вообще ничего не теряет. Ну, потому что он... Мне вообще больше стало крови, потому что... Я новую взял. Несу. Да. Несу боба. Ну да, вот так. Это правильно или левое? А я не знаю. Блин. А там? Это походу левое. Это не та. Он погибает? Нога отпала. Обратно вставляй! Ногу обратно! Нога отпала. Это обычное дело у нас, в принципе. Давай, давай. Пациент живет. Погибает, погибает, Дима! Я не могу вставить. Вставь, Дима! 300! 200! Жопу ему вставь! Он сдох. Все, пили. Надо не постоянно. Кого? Я могу взять пилу. Виктор, давай быстрее. Виктор? Ты на Виктора похож. Доктор Виктор. Ты еще не отпилилась? Нет. Вот. Well done. Well done. Ты нифига ему крови вкачал, у него 800. Конечно.
Да, ты что? Я ж профессиональный медик. Он сейчас терял кровь. Ну это уже после меня. Фига, тебе шляпу дали. По шляпе? Прям полностью за медведя или? Нет, ну конечно. Не, ну у меня на палечник один, прикинь, медвежий. На пальчик? Да, просто маленький пальчик медведь. Если гладить дверь, она откроется. А желе двигается? Желе двигается. Да. Такого быть не может. Я вообще в шоке. Вот это графика, хотел сказать. Все, у меня шляпа. А мне же... Ходок. А, дай, нет. Мое желе. Мое желе. А? Раз. Два. Три. Все, ты без желез сдался. Вроде да. Что за граммофон? Холодильник нашел. О, холодильник с руками нашел. Понесли туда руку. Толстая кишка. Или стой, или сюда надо руку. Не, давай туда. Я бегу. С червячком в руке. А не знаю, где-то тут. О, старый кабинет моего дорогого друга. Бам! Ух ты, это ты ворвался, конечно. Я могу открыть дверь тебе там. Спасибо. Давай, открывай. Наверное. Да, открыл. Спасибо. Руку и ногу поменять. И сердце. А нет, и селезенку. Или что это? Селезенка, селезенка. Не знаю, что это. Короче. Это толстая кишка, я ее видел. Когда? Я пошел за ней. Так ее надо... Ты хочешь все принести сюда? Нет, она там просто в наличии была. В наличии. Смотри, ее здесь передать можно будет. Куда, да, надо перенести, слышишь? Не, здесь передать можно снизу. Дай мне толстую кишку. Так мне ее сначала раздолбить надо. Как нечего, вокруг все есть. О, я взял. Да. Все, пошли, ебешь мне через вентиляцию. Я дал. Хотя бы кишки через вентиляцию передавать. Забирайте. Спасибо. А чем пилить-то? Или долбить будем молотком? Да, конечно. А кого долбить-то, ему надо этот поменять? А, руки... Нет, руки, ноги. Кстати, слушай, руку можно вообще так отогнать, не обязательно ее пилить. Да, вообще, пилить, ты чё? А я вставил ему или нет? Что нет. Написано? Не вставляется. Нет, все нормально, слышишь, о, ты все вставил. Нет. Да. Она горела зелененьким, а сейчас нормально все. А сейчас, сейчас чем горит? Зелененьким, опять вставляй обратно. Ты нормально до этого вставил? Вот, все. А как ты понимаешь? Это мозг? Это фарш. Ну кишки-то это вот это вот, слышишь? Вот кишки. Нет, все нормально у него. Это кишки, а это толстая кишка. Бери шприц, я восстанавливаю. А как ты понял, что мы ее поставили? Она зелененьким горела, вот как рука и нога. А сейчас она беленьким. У меня нет, у меня так же, как и горит. У нее кровь утекает. Куда? Не знаю, надо это. Остановил кровь. Умирает. Нет. Давай мне руку новую. Она левая или правая? Не знаю. Как пойдет? Это рука левая. А ты как понял? По запаху? Да. Опа! Нью рука. Смотри, смотри, я сейчас держу ногу, дергаю ее, а ты держи этот, да, раз, два, три. У меня нога в Шрека превращается. Давай я тебе сейчас дам ее, а ты ее туда организуешь, на. Давай. Вылечить пациента. Мы хоть что-то сделали. 12 секунд назад, если бы закончили. О! Здесь что-то классно все. А, чтобы компьютер заработал. Да-да-да. Ищи вот, предохранители всякие надо искать. Мы хотели просто полечить пациента. Конечно, я хотел просто ему шприцы в попу посылать там. Ну, может, шприцы, я не знаю. Ну, я бы не шприцы. О, туда можно пройти. Я пошел. Чё там? Я нашел предохранителя. Ого! Круто. Предохраняйся туда. Не всуется? Не всуется. Да по-любому надо. Это классно. Это было. Да что-то где-то замкнуло у тебя там. А, вот, надо эту херню тащить. Пойдем. Кого? Че это? Вот эту. Она будет показываться, сейчас его отсканируют. Думаешь? Дурачка, конечно. Давай.
А, вот. Ну ты, конечно, и, блин. Давай ставь нормально. Вот. Все, левую ногу, желудок и сердце. Желудок. Сердце. А, реально. А ты видел вообще где-нибудь, конечно? А здесь еще предохранитель надо найти сначала. Мне нравится. А, все? Да, поближе, сразу к пациенту, он туда. Они не разбиваются, да, когда мы их кидаем? Не знаю. Посмотрим. Да, возьми молоток, чтобы ребра долбить. У меня топор только. О, топор нормально. Вообще, я топор взял. О, все. Так, короче, берем... О, здесь... Отсюда надо пускать потом вот сюда вот. Понял? И чтобы здесь выкатывать, чтобы они не испортились. Быстро. Упал. Ой. Оторвал. Вставляй, бегу. Вставил. Рука все? Отпала. Нога все? Отпала. Ну, сейчас я это, шприц. Какой шприц? Отпало все. Оно просто отпало. Так, ладно. Что это за лего монстр? Ты все там? Ну я здесь. Ну там на в это в комнатках забирай. Молоток нам? Пивы, сверло, все дела. Ну что у тебя там? Ну я немножко это в развитии сломался. Отпускать тебе ногу? Так, а ты бутерброд мне отправил? Нет, я ничего не знаю. Хлеб пришел по почте. Оп-оп-оп. Все, на месте. Так, что еще надо? Сканер уронил? Да, немножечко. Все, нога. Ну, мне не показывается, что я ногу сделал. Не показывает. Не показывает. А, вот, белая показывается. Ок. Это желудок, не? Ну, да. Да. Ну, контейнер еще. А я... Здесь контейнер был, я положу. А, еще один. На всякий случай. Ой. А, желудок выпал. Выпал. Блин. Стой, нормально, живет желудок. Че, надо долбить его? 370, может еще ему кровью вколоть? Ну давай. Ну подолбить-то надо его. А если я на него сверху залезу? Не надо. Что за доктор? Доктор медицинских наук. В башке ты его не бей. По башке? Да, ты его в башке. Это бонус. Переходи на эту сторону, я пока там вытащу. Это было оплачено, если что. Ты не все тут раздолбил. А! Давай! Поднимай! Он вставляется. Я кровь ему остановил. Ставь ему! Ставь ему. Все нормально. Все, я ему так оставлю, вот так пойдет? Да, пойдет нормально. Все. Все упал. Давай долби дальше. Да подожди ты, долби дальше. Не смешно. Дай уберу. О, профессионал. А там что-то это... Нормально все, нет, с кровью? Я ему леща дал. Я видел. Ты так-то голова может отпасть? Может. Ну ладно. От крови я ему вытаскиваю легкие. Подожди, я ему хочу это... приятно сделать. А, ладно. Что, ты ему будешь легкое? Меня предупреждай! Вколол? Да, ему нравится. А, вон, стой. Вон желудок, я его вижу. Стой. Давай. Ты хватаешь еще... сердце? Бежи, надо кровь ему еще. Ладно. Как думаешь, нам нужно эти индивидуальные предпринимательства открывать и лечить людей? Конечно, можно. Да когда высуну? А, ну да, тут, видимо, надо, слышишь, снимать это все. Я долбить буду его еще, значит. А, взял сердце. Готов? Да. Раз, два, три. Пусть живет. 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 Все, я положил обратно. Стой. Все нормально. А что там? Новое сердце. 3700. Новое сердце. Да! Так, давай сразу же это, желудок. Давай, давай. Сейчас. Иди с той стороны тыкай. Я здесь высуну его. Готов? Да. Раз, два. А, стой! Я с пола взял его. Да, хорош.
Видел шприц, чтобы туда провалился, чтобы... Давай пять. Я как будто чувствую, как ты меня жмякаешь.